Оказывается, в мэрии Екатеринбурга работает Чебурашка. Сегодня в этом убедились общественники. Известный блогер Валерий Басай решил выяснить, почему городские чиновники не борются с рекламой драгдилеров. Что из этого вышло, знает Юлия Воронина. Трам-па-пам! Гена выходит на тропу войны. Надев сюртук и поправив бабочку, он снова отправляется бороться с рекламой наркотиков. Это же просто безобразие. Люди приезжают из других городов, из других стран. Вот меня лично спрашивали, москвичи, а у вас что теперь? Екатеринбург – это первая площадка по торговле наркотой. Ну нет, вы съездите в Новосибирск, Тюмень, посмотрите по городам, Челябинск. Ну такого просто безумия нет, все дома исписаны. На этот раз путь крокодила лежит в городскую администрацию. Как рядовой гражданин, Гена хочет подать заявление на имя мэра, в котором официально просит чиновников разъяснить, как бороться с рекламой наркотиков законным способом. Напомним, предыдущая попытка общественника закрасить надписи на заборах и стенах домов – закончилась арестом. Нынешний визит обернулся неожиданной встречей. Встреча цивилизации. Гена пришел и узнал, где работает Чебурашка. Чебурашка работает в мэрии города. Так. Да. Как ни в чем не бывало, плюшевый сотрудник канцелярии принимает заявление, и дело сделано. Теперь остается только ждать рассмотрения документа. Однако у Валерия Басая возник вопрос, как Чебурашка смог стать чиновником и какую должность в мэрии он занимает. Ведь если отбросить шутки в сторону, пообщаться с реальными представителями горадминистрации так и не удалось. Неожиданно борьба с наркотиками превратилась в битву плюшевых титанов. Впрочем, главное здесь совсем не победа, а чистота города. Пока же, утверждают авторы акции, видимых результатов нет. А это значит, тема по-прежнему остается открытой. Юлия Воронина, Радик Аскаров. События ОТВ.